Всем привет, ребята, с вами Дуз, и добро пожаловать опять в Minecraft StoreMod. Значит, что я делаю? Захожу сегодня на сайт, смотрю новости, и вот, собственно, новость такая. Вышел третий эпизод, даже как-то внезапно, я думал, в 2016 выпустят, но, тем не менее, он вышел, и давайте сыграем уж сразу. Я побежал быстрее записывать эту игрушку, это офигенная. Так, и сразу сейчас должно быть напомнить нам, должны, что мы там натворили, наворотили. Так, ладно. Ага, в предыдущей серии Minecraft StoreMod. Я буду озвучивать рассказчик, чтобы такой же вам был услышан. Говорят, что каждая утрата, каждое испытание. Лукас! Ладно, я не буду озвучивать. И каждая неудача могут пойти на пользу. Когда уходят дорогие друзья, в своем окружении мы находим новых героев. Когда мы сталкиваемся с гнетущими невзгодами, мы находим способ ударить в грязь лицом. Не ударить в грязь лицом. Ну да, было такое, помню я такой. И раз нужно наших новостях, новояльных искателей приключений, я туда отчислить мир надвигающейся бури. Они сведут вместе всех самых смелых, самых мудрых, чтобы остановить ее. Но в поиске последнего, самого скрытного из членов Черного Камня, вот он, самый смелый, самый нельзя загадочный. Ладно, все, хватит, не буду озвучивать, это плохо получается. Какой прям бежит круто. Мечись, отличный, как дубинки, считай, по башке жахнешь, валяешься потом в отключке, вместо того, чтобы разрубить людей. Хреновые мечи у них вообще, кузнецов нормальных нет, все криворуки, какие-то дубинок понаделали. Со звуком еще как бьют. Ну, собственно, я вспомнил, для чего мы наворотили, более-менее вспомнил. Так, ну это сволочь опять нас... Опять обхитрил нас. Так, секундочку. Так, что-то музыка сильно была, я убил. Ты за это доплатишь, я тебе отвечаю. Нас заперли с зелья лечения. Ой, наш зелье замедления в нас кинул, сволочь. Ну ладно, тем не менее, вот... А почему они падают медленно? Мы такие крысы. О, нормально стало все. Кратковременное, значит, действие. Скажите что-нибудь. Все нормальные. Ну да, есть такое немного. Нормальный ему, ничего, он слишком большой. У вас лиц квадратные, на них удобно приземляться. Так, это дрова. Можно считать, что это дрова с листьями, поэтому можно разрубить мечом, в принципе, книжную полку, наверное. Что-то там Габриэль подыхает. О, у него рука синяя, по-моему. Нет, он вроде более-менее нормальный. Так, выглядишь неважно. А, он тупить начал, видимо. Не, ну он вроде еще нормально, более-менее держится. Сейчас тоже что-то заподозрит, смотри-ка. Опа, подмигнул, видел, да? Видел? А? О, у него синяя рука, по-моему, полностью уже. Давай, сохраним пока. Что-то панику разведут сейчас, тут реально, еще его кого-нибудь демона примут за демона, его там, не знаю, арбуз на голову посадят, на кого сожгут, и не будет у нас героя. Там сундук справа от тебя, смотри, я вижу его. Ну да, свинка такая. Так, ну это наш моноборовный чувак. Башкой бей, давай, пробивай. Так, он реально башкой... А, Магнус? А, точно, там же еще Магнус ходит где-то. Один-один. А, и Элигард тоже, что ли? Подожди, а где они остались, я не помню. Они ушли куда-то? Ну, наверное, не бросят, хотя они даже нас не знают. Ну, тут Габриэль, в принципе, они не более-менее. Есть? Точно, зажигалка! У нас было!
Почему? Подожди, мы же можем сжечь доски. Да нахрена нам этот, выкинь его нафиг, он вообще бесполезный. Доставай зажигалку, сожгем эти. Нет, не отдавай. Так ты что творишь? Проблема что ли? Слышь, проблема? А? Сейчас попа... Слышь, посмотреть, голым хреном, только отдай сюда, квадратный голый. Нормально он работает, сейчас разорвете его нахер. Оба-на, близко кто-то. Последний член команды. Последний член команды близко. Стоп. О, ну конечно я искать должен, ну охренеть теперь, а где он? Так, секундочку. Так, ладно, спокойно, спокойно, я никуда не делся, я здесь. Так, здорово, следуй за белым сиянием. За каким белым сиянием? Подожди. Как это использовать? Ладно, я иду вроде бы. Так, чеха. Ага, я понял, она усилится где-то там. Смотрите, оружейная куча мечей, берите себе по одному, оба-на. Уйдут самая сильная точка. Под низом, короче бы. В полу. Пол. Вы собрались кирпичи копать? Серьезно, тут кирпичи, вы не можете полки сломать. Dig this, bitch! Ну да, руками еще, чем что-то. Вон там сундуки прошарить не может лопатой. Ох ты, охренеть ты крутой чувак. Сломал свой блок рукой. Копаем, давайте. Музыку повторяй и погнали. Нет, музыка. О, прикольная, мне нравится такой стиль. Прикольно, прикольно, ребят. Так, стоп, я что-то укопался, не слишком. Они там остались сверху. Они сейчас не смогут спрыгнуть вниз же. Джесси, ты это самое... поосторожнее, ты что-то скоростной слишком стал. Ты куда там укопался, я его не вижу. Оба, нашли, смотрите-ка, пол. Какой-то. Прыгайте! Я послушаю звук, если живые, значит, прыгают. Не, не прыгай так, пожалуйста. Пожалуйста, кинь туда амулет, он светится. Я не знаю, если я кину амулет, он сломаться может. А если я прыгну, я смогу сломать тебя. Давайте прыгнем лучше. А, была не была, ребята. Уи! Ну, в принципе, тут нечего прыгать. А если бы амулет, представьте, он мог укатиться, куда-нибудь там в дырку упасть и все. Прыгайте, только вас там немного выше. Воу, сказала ласка. Она сейчас на меня упадет. Сзади, сзади. Бля, хамуха сзади, какая-то херня висит. Слышишь? Летучие мыши кушай. Куча летучих мышей. Там летучие мыши куча. А спокойно они безобидные. О. А, они кусают, что ли? Ну-ка, стой. Ну-ка, отвалили нахер. Помочь? Я его тронул, он тронул меня. Бррр. Так, все, они свалили, вроде бы, безопасность. Все такое. Я, да, безопасно. Прыгайте там дальше, давайте. Габриэль сейчас навернется башкой вниз туда. И в итоге не будет Габриэля. Габриэль у нас. Голова открутится. Но, как и я говорил, упали на друг друга. Свинка хорошая, хотя бы можно поговорить. Ох ты, Габриэль, круто. Опа, палец. Видно, рука у него одна белая стала. Шутка, минутка. Нашли время шутить. Хотя я тоже шутил. Ладно, погнали. Тут темно, тут ничего не видно. Габриэль, пускайте вверх, он все равно уже полумертвый, правильно? Прикройтесь им как щитом, все равно. Да у него еще лампочка на башке какая-то синяя. Ну, она, по крайней мере, похожа на лампочку. Так, все. Так, у нас светится. Оба, на, все, идем, да? У нас светится амулет, это хорошо, и он не угасает, значит, ну близко. О, там какая-то яма большая. Ой, это какой-то храм. Воу. Воу, как низко-то. А там вода? Это типа лабиринт, что ли, какой-то? Ну, похоже на лабиринт, не могу. Окей. Ты чё говоришь? Логика, ты дуришь, что ли? Давай, паниковать, чувак, что ли? Да. А, это дровитель?
Что это? Что он? О, скелет летят. Они как прикольно летят, смотрите, как супермены. Йо-хо! Спецназ, ребят. Ой. Ой-ой-ой. А откуда тут взялся реально этот обитель? Прокачанный с монитором в середине по-любому вообще. Сорен, это... Нам, мы как раз его и ищем. А прыгай, ребят, плохо дело, вода или кто-то бежит. Сейчас нам жахнут по башке. О нет, скриперы, еще хуже. Прыгайте лучше. Габриэль, ты еле живой, ты куда побежал-то? Слышь, дерзкий Габриэль, ты что там делаешь? А, он дерется вроде бы. Воу. На тебе, сука, стрелу в голову. Так, все, у меня кончились стрелы. На, отойди от него. А Габриэль одного пытается там убить золотым мечом, когда Джесси, я уже двоих... О, ложись! Ого, жахнуло сильно. Но я живой, это главное. Так что, прыгайте, ух ты, как раз нам дорожку, прыгайте на дорожку. Сделал нам дорожку, крипер. Вы бы побежали, их там куча. Нет, не успел. Черт возьми, ребята. Нет, не катись. О, об ногу, оу. В грайнер прямо упадет сейчас, в дробитель. Ау. Ладно, он не упал совсем вниз, поэтому есть шанс достать, он еще не сломался, это хорошо. Yes. Да. Надо бы приклеить его к руке в следующий раз, чтобы не вылетал. Ну, конечно же, прыгать, там амулет валяется. Jump, кувырок, понимаешь? Сальтуху. Давай. О! Ты музыка, ребят. Нормально, мы зачищаем это здание. О, Габриэль, круто. О, полегче, Габриэль, ты тут еще сейчас сломаешь все. Такая херня произойдет, что-нибудь сломаем и все. Взорвется все, наверное. Это мой, ребят, давайте сейчас эпичный его так. Но, снова удары. Ну, ты чё-ка послушайте. Здорово, спуди. Спуди ползут. Свинка бегает, свинка, прикольно. У-ху. Так, все пока нормально идет. Мы резко крутыми стали, так. Недавно мы не могли с тремя крипами справиться. Теперь мы тут всех вообще нагибаем, короче, по-жесткому. А, да, рукой бей его. Сейчас мы вообще какие-то дерзкие стали резкие. Прям. Там криперы летят. Во, красава. Во. О, командная работа, ребят. Прям пятюнь надо дать. У меня каменный меч, я ошибся, не деревянный. Так, там далеко до амуля? Ух ты, фу, снайпер. Джесси! Кидай меч. Ха-ха, здорово. Отбиваем мечом, короче, все. Фу, ребят, матрица просто. Мы дерзкие, блин. Бонхэд. Она тоже такая же. Давай, он с вертушки его прямо. Финальный. Но. Нет, ну, это не круто было, правда. Надо было с ноги как-то, не знаю, с разворота там. Ты же все-таки главный герой, давай. Хоть это толстовка, но ты можешь хоть что-то делать. Это вообще тут спуди отпинывает. Да конечно мелкие. Ух ты! Вот этот дерзкий спуди. Но он улетел в дробитель, поэтому не будет больше спуди. Это уже обсыкался там немножко. Блин, их очень много. Надо бы огонь найти. О, они прыгучие еще. Они так плавно подземляются. У меня есть зажигалка, сожги, пожалуйста, под собой шерсть. О, водичка. Уху, спуди были, поплыли. Все попадали. Так, мы же тут пришли, все сломали, короче. Нам сейчас еще люлей дадут за это, по-моему. Потому что мы все поломали. О, свинья хоть живая. А, там зомби за ней бегут. Хореография, я не знаю, почему здесь хореография присутствует. Зомби какие-то быстрые стали. Так Габриэль отбивается от крипера. А как он, какого хера он тогда раньше не дрался, когда мы там с тремя дрались? Чего я должен был двоих убивать? А он одного. Вот это круто. А знаете, как тупые гуглы просто бьются об стены и все, и падают везде. Ну и взрываются еще в итоге. Камикадзе какие-то, оу. Смотрите, какая смешно падает. Как, вот как они встать могут, скажите мне? Если вот крипер начал жить только, вот только почувствовал жизнь, проснулся, пошел, упал, значит, и все, встать не сможешь, что ли, взорвется и умрет? Это плохая жизнь у крипера. Я бы не хотел такой жизнь. Блин, опять такой вот упал. Так, не давать ему, он что-то какого-то голову превращается, мне кажется. Лучше ему не отдавать ему, блин. Оу, это наш мономровный друг.
О, ты там не выживай, смотри, не сдохни. Бей, пинай их пока. О, нет, нет, амулетов нет. Ох ты, повезло, повезло. Ай-яй-яй-яй. Я не знаю, давайте поможем Рубину. Беги ты за ним, короче. Мы будем помогать друзьям. Похер на амулет, возьмем потом его. О, это мы дерзкие. Так, это поймал, отлично. Behind you. Оба, крипер. На, сука. Понял, пырнул его прямо в печень, наверное, крипер какой-то. Так, меня смыло, отлично просто. What the fuck? Так, главное, что сейчас пролететь. О, мы крипера вниз кинем, сейчас взорвет. Просто гениально, ребят. Просто, не знаю, прям Джейс Бот, смотрите, только пиксельный. Воксельный. О, они тоже попадают. Ой, Пуди плавает. Плохо дело. Ой. Меня Пуди пытает. Меня с Пуди пытается загрызть. Убейте его кто-нибудь. Оторви ему ноги все. Под водой драться смысла нет. Ой, его смыло. Ой, Рубина смыло. И Габриэля смыло. Всех смывает. Так, это какой-то странный дробитель, видимо. Все, мне хана тоже. Интересно, ребят. Какой-то замес начинается, как. Ау! Это больно. Это больно. Оу, еще и на меня свинья упала. Только жирная свинья на меня упала, понятно? Ой, мясо. А, порох? А, так это фабрика какая-то. Смотрите, то есть карибиры падают, дохнут, а эти вещи сложат в сундуки и везут куда-то сами собой. А там еще рутатор растет на этом, на мосту. Тут прям механизмов куча. Тут чувак гениальный, где инженер какой-то. О, здорово, чуваки. Где амулет? Так, сейчас себе его заныкают куда-нибудь там, и потом не отдаст нам. А, все целы? Нет, так или нет, по-моему, это у нашего большого. А, шутка-минутка. Так, ну окей, в порядке, так в порядке. О, наш дружок прилетел. Опять на него же упал уже который раз. Сади, чуваком не в порядке, ты его раздавил. Так, О, он опять подскользнулся. Амулет. Чуваки, вы уже забыли про амулет? Моя свинья сомневалась у меня? Все, я ее пожарю, съем, понятно все. Я искал Рубина. Рад, что все в порядке все-таки. Свиньями я предал, все. И пойдешь на бекон, как придем обратно домой. Я запомню это. Да, я черный, а вы белые. Ты только сейчас увидел. Так, куда он побежал? Стой! Вы можете свои мысли озвучивать, прежде чем куда-то убегать? Много значит, друзья. We'd be lost. My friends are important to me. А если погибнут, мы сдохнем день, понятно? Без поддержки. Так ты сдохнешь уж все равно. Чё ты запоминать тут будешь? Смотрите, там стрелы, можно вытащить пару штук. У нас лук же есть. Фига, он выглядит плохо, короче. Так, он амулет. Ну-ка, дай ко мне его. Я сам жадный уже. А да, это моё! Ты его отдашь мне? Ты отдай мне грёбаный амулет. О, лампочка перегорела. Сменить надо. Слушай, Габриэль, есть запасной предохранитель или что там торчит? О, нет. Хрю. Блин, нас смыло опять уже в который раз. Ой, скелет живой. Ой, еще куча мобов живых. Свинья наша уже бросила нас. Так, наш бабище пытается сгрызть. Скелет палит своего зомби. Убил, молодец. Хедшот прям. Этот там привил к стене одного уже. Так, Габриэль дерется зомби. Габриэль давно не спал, у Габриэля мешки под глазами. Так, мы тут уворачиваемся от лука. Так, бежим, тут спуди куча. Ой, все, спуди, это плохо. Да уйди ты нафиг, вообще тут мешаешься. Чё там делаешь? Ой, Аксель спуди пытается сожрать.
Такие милые прям, собачки маленькие. Сука, на спину прилезли. Слышь, терминатор, пошли отсюда. Сейчас сдохнешь, еще тебя не хватит. Сейчас вам в спину прям нож. На. Все, пошли отсюда, чувак. Закрывайте дверь. Это портал. Да прыгайте! Ой, Габриэля сжирают. Так, ему надо помочь. На. Габриэль, ты там что, хоть что-то делаешь? Ай, я успел на все. Ты хоть что-то там делаешь вообще? Он уже подыхает. Да, ты уже драться научился. Вставай, Габриэль. Так, ну ты, в принципе, уже начинаешь бесполезным быть. Так что давай двигайся быстрее, пока мы тебя не бросили. Так, там рычаг, закройте, пожалуйста. Пожалуйста, пока они тебе жопу не прострелили. Давай быстрее. Красавчики, все, мы свалили в энд. Это самая худшая идея, которая вообще могла прийти тебе в голову. Свалить от врагов в эндермир, где еще больше врагов. Но им выбирать не приходится, поэтому. Я вижу, уже там три эндермена стоят вроде. На горке. Ой, я, по-моему, не туда куда-то. О, здорово, у тебя амулет есть. А остальные не собрались прыгать? О, привет. Сейчас еще зомби сюда привалят. Так, амулет возьми. Что с ним? Что с ним? Ему ногу сломали. What? No, I'm not crying, just look. Что там такое? Воу. Так, не смотреть на них, не смотреть. Ой-ой-ой. Здорово, чувак. Ты как тебе? Hide. Бляха-муха, они очень нервные, я знаю. What do we call that? Они очень нервные, понимаешь, они не любят, когда тебе тыкву на голову беги. Хреновая куча. We might want to hold off on the grammar lessons until later. Which way are we headed, Jesse? А, мы пойдем башкой вниз. Опять перегорела лампочка. Подожди, я не пойму, как мы вообще его учили, если он в краю. Great. Man. Так, ну он где-то здесь, наверное, в краю. То, что у него портал был. Он, чувак, хуй, этому нравится. Я старош как могу, не гони на меня. Не дави на меня. I'm doing the best I can. I don't doubt your motives, Jesse. But your best might not be enough. А ты чё хочешь сказать? Вот, Габриэль психанул. Ой, у него глаз один серый стал. We might never find this guy. There he is. А парите он? Did that just happen? I can't believe that just happened. That has to be Soren. Who else would build a staircase in the end? Ну да. Indeed. Надеюсь, он нас не убьет там или что он умеет. We gotta go. Everyone, behind me. I'll handle the intimate. Окей, ты умеешь, ты могёшь, я знаю. Ты сдохнешь сейчас. Ты за нами не сможешь. I'll protect you. No, it's all right. I'll go first. Ты там еле Actually, ходишь вообще. I'll just go. Ты вы издеваетесь, что ли? Вы тут все подохнуть решили? Вести путь. Everyone, follow me. But I... Чувак, ты просто погибнешь там, понимаешь? Давайте на это закончим, интрижка такая, мы попали в край, потом, интересно, наверное, что-то будет. Ну, мы почти догнали Сорина, и интересно, кто он такой вообще, что он нам сделает. Поэтому, на этом все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте кнопочку поделиться. Всем до встречи, всем пока.